Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Мы приступаем к просмотру, возможно, финального матча команды Burden United против команды Manga Bay в рамках GGB Dota 2 Battle. Это последний финальный день, и мы должны насладиться этими матчами просто на всю свою душу и болеть за свою любимую команду. Пока Burden United ведут со счетом 2-1. Поэтому не исключено, что это может быть финальной картой, либо же Манга Бэйт смогут переломить ход событий и перевести счет в серии в 2-2, а после чего мы будем смотреть уже за самой последней картой, больше которой уже ничего не будет. Ну а пока мы смотрим на драфты команд, Burden United забанили для своих оппонентов Phantom Lancer, Winter Wyvern и Nature's Prophet. С другой стороны, Манга Бэйт забанили Феникса, Виспа и Undying. Undying, наконец-то, уже не появится... Команда Манга Бэй, команда Burden United, поскольку Undershock сыграл в трех матчах на одном герое, весьма чудесном и прекрасном. Но вот забирают для себя Burden Silencer и Некрофоса. С другой стороны, Манга Бэй отвечают Тини и Огр Магом. Неплохо, неплохо. Так, Пугну забанили Burden United, поскольку понимают, что... Некрофос будет страдать от этого персонажа, плюс Сайленсер, если не успешно подставиться под глобал. Точнее, если не успешно подставиться под действие варда и использует глобал, может быть, для него все закончится фатально. Ну, также и Некрофос, в принципе. Персонажи, у которого много затратные способности по мане. Ну и, возможно, еще кого-то будут добирать. Это было бы очень неприятным. Не напротив Пугны. Ликантроп пока что в бане от Манга Бэй. В принципе, понятный бан. Но здесь вот я уже, наверное, вторую или третью карту просто пропагандирую Дров Рейнджер. Вот она мне здесь смотрится вот просто невероятным образом. Я очень люблю этого персонажа и уверен в том, что она сможет показать себя только с наилучшей стороны. Ну а пока еще раз хочу напомнить, что с вами Collapse, с вами GGB Dota 2 Battle, ESM Zone. И такие коллективы, как Burden United и Manga Bay. Так, я пока что думаю, что может забанить Burden United сейчас. Что может быть такого неприятного против них со стороны команды Manga Bay. Но как-то ничего даже нового не приходит. Возможно, Хускар. Не, вот о Хускаре я точно даже думать не хотел. Не верил я, что Burden смогут его забанить. Хотя это, возможно, намек на какого-то центрального алхимика, Темплар Ассасин, Эмбер Спирита, в конце концов. Вот, ну, забанили Бладсикера. Манга Бэй в ответ берут Вивера. Причем сразу же. Так, Burden United. Вот для них алхимик смотрится супер идеально. Вот лучше алхимика для них пока что ничего не придумать. Если еще там поможет какой-то из союзников взять, например, Виверна в бане... Не знаю, взять какого-то просто доминирующего саппорта, который может прийти в мид, помочь своему алхимику и уйти спокойно. Допустим, тот же Silencer смотрится для такой функции, ну, тоже неплохо. Поэтому здесь все будет зависеть только от того, что захотят брать Burden United, и там уже от реализации. Я уверен в том, что эта команда сможет показать себя только с наилучшей стороны. Вот. Что будет дальше в пике для команды Burden United? Вот, будут ли они забирать сейчас оффлейнера? Либо они сейчас... Ну, это, скорее всего, 100% оффлейнер. Либо взять кэрри против Вивера потенциально, который смог бы выстоять неплохо. Например, сейчас открыть дров рейнджер, потом в оффлейн забрать какую-то ВР-ку, например, винрейнджер. Нет, пока что... О, Элдер Титан. Элдер Титан, это неплохо. Мне нравится. Но Манга Бэй отвечает... А, вот Манга Бэй отвечает в свою сторону. Дров рейнджер. Вот, вот это уже немного неприятно для команды Burden United. Интересно, чем они будут отвечать вот это, на пик Draw Ranger. Я все-таки хочу надеяться на то, что это будет алхимик, потому что уже троим персонажам можно дать аганим. И как бы на всех персонажах аганим весьма неплохо смотрится. Вот. А потом забрать на легкую линию, например, какого-то Джиггернаута. Хотя нет, Джиггернаут плохо. Герой, который потенциально хочет, чтобы ему дали аганим.
самому не покупать. Возможно, даже Рик какой-то был бы достаточно неплохим биг-героем. Для Бёрденов. Вот Рик и алхимик, и пошло. Рики будет не давать возможности Дровренджер использовать ее ультимативную способность во всю мощь. Просто будет бегать возле нее, где-то забирать необходимую ей ловкость. Кто знает. Но пока что Виндрейнджер все-таки в пик для Бёрден Юнайтед. Мне казалось, что Бёрдены возьмут вместо Элдер Титана Дровренджер, а на четвертый пик Виндрейнджер откроют. Но, к сожалению, это не так. Ну, кто знает. Возможно, это и верно. Вот. Но в любом случае, у них еще остается ласт пик. И вот, уже 4 героя, которые хотят аганим. 4. И они забанили Хускара. Скорее всего, не просто так. Блин, да че ж так нужно чешется? Так. Ну и вот Манго Бэй сейчас должны закрывать мидером. Хотя нет. Им нужен саппорт. Им нужен саппорт. Пятая позиция. Возможно, Дизраптор какой-то был бы неплох. Либо Оракл, который мог бы... Забанили Терблейда, кстати. Манго Бэй. Оракл был бы неплох, поскольку он будет сбивать Гошраут Некрофасу. Виндрейнджер будет сбивать Виндран. Вот, да и со своих союзников будет при помощи Фортуны, Фортун Сент, сбивать тот самый Last Word, либо Курсу. Ну, как бы, тоже смотрится неплохо. Плюс он рейнджовый герой, да и под Дров Рейнджер он смотрится весьма неплохо. К тому же подхиливать, ультимейт под сейв, плюс вторая его способность, которая дает 100% резист к магии, накидывать в косу, например, на которую будет кидать некрофос ее, и просто выживать при помощи этого. Вот именно поэтому здесь Оракл смотрится очень уверенно для команды Манго Бэй. И Оракл, мне кажется, здесь может в одиночку справиться и перевести карту в счет 2-2, после которой мы будем ждать финальную пятую карту. Так, ну а пока что Бёрдены задумались над баном. Я все-таки... считаю, что это Оракл. И его Бёрденом стоит забанить. Есть еще, конечно, Дарквиллов, но Дарквиллов не так опасно. А вот Оракл, ну это прям жесткий герой, которого сейчас может открыть команда Манго Бэй и просто переехать своих оппонентов. Просто за 20 минут, как это было на второй карте, когда был ликантроп у Бёрден Юнайтед. Ну, кстати, забанили Инвокера. Забанили Инвокера и... Воу. Окей, для меня этот бан непонятно, конечно, но может быть, Манго Бэй все-таки реально хотели взять Инвокера, отправить Вивера с Тини в оффлейн, Огрмак саппортил бы Дровренджер, и вот в центре стоял бы тот самый Инвокер. Ну а пока что Бёрден Юнайтед забирает Спектру. Да, персонаж, о котором я забыл, я все-таки хотел, чтобы это был Алхимик непосредственно, но Алхимика здесь не будет, к сожалению. Вот. А вот Манго Бэй, я надеюсь, что это будет все-таки Оракл. И мне в этого Оракла верится больше, нежели в какого-то мидера, которого забанили Бёрден Юнайтед. Это был типа Инвокер. Не знаю, Инвокер здесь точно не смотрится хорошо. Поскольку единственным героем, который может выступать хорошим сейвером, помощником вообще все-все-все, это Оракл. И вот именно Оракл должен появиться на этой карте. Так. Ну, Манго Бэй пока думают над выбором последнего своего героя, у них ласт пик. В принципе... Ну, вообще, не знаю, вот. Возможно, сами Манго Бэй захотят зайти в химика, кто знает. Для них тоже этот персонаж смотрится, ну... как неплохой герой, который может давать аганимы всем. Но это Лина. Лина все-таки для Манго Бэй. И драфт у нас закончился. Нет. Битва за респект. Так, ну а пока мы будем ждать начала матча. Рандомные вещи просто происходили, я вообще ничего не понял. Здравствуйте, дорогие зрители! И финал будет комментировать не один коллапс, а мы будем вместе с ним держаться. Спасибо. За руку и комментировать для вас это противостояние заканчивается. Как первые, да, три игры коллапс? По счету у нас здесь 2-1 в пользу Бёрден Юнайтед, и это может быть последний, да? Все может быть. А вдруг Манго Бэй сейчас переломит ход событий, потащит.
Я просто не знала, что меня видно. А, вот так и неожиданность. Там мы любим удивлять. А, там было видно, куда я положила, да? Куда? А там... Да ладно. Начинаем. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Прекрасно. Кто у нас на ком играет? Давай пробежимся быстренько. Unravel играет на Windranger, Undershock на Silentire, Bulba играет на Spree. А что, у нас замена в команде? Mastermind на Necrophase и Come With Me на Elder Titania. Да, и с другой стороны, на Drum Ranger будет играть Фэй, на Вивере будет исполнять Дон Севен, на Огр Маги будет бегать Флэш, на Лине будет Гартер и Тини это Кьюб. Так. Ну что ж, приступаем к непосредственно началу матча. Интересно было бы понаблюдать за тем, что же сейчас будут... Как, точнее, как будут действовать сейчас коллективы, дабы забрать все баунти-руны, им необходимы. Ну, такое чувство, что Манго Бэй по пику, я не знаю, ты анализировал, либо нет, а так на Верочку сыграть. Много урона, но все равно герой сразу. У нас, походу, сейчас будет First Blood, нападают Кьюб, Боун и Флэш на Андершока, у которого не хватает... Да, в принципе, герой весьма быстрый, Боун Севен его догоняет, бьет. нужно стопить. Шипучи, нормально. А что он не бьет? Птичка, стоп, птичка, стоп. О, как опасно и больно, прожимает Fairy Fire, питает дерево, но это не минус. Тем временем у нас руны поделились пополам. Да, и при этом много времени потратили игроки команды Манго Бэй, дабы догнать этого Сайлентера. Вот уже Огрмак смещается на верхнюю линию, будет помогать своей Draw Ranger. В принципе, Огрмак, его функция предельно ясна. Накидывать Bloodlust. Не только. Танковать, чтобы весь урон переходил на него, а не на Draw Ranger. Будет помогать что ему, что его союзнику. Но здесь Come With Me, 54 урона. Флэш сейчас будет страдать, как только Элдар Титан начнет его бить. Смотри, ах, не бьет. Трению. Так, хотелось бы посмотреть на его школьные удары. Вот, в центре. Замечательная линия, некро. Кто здесь должен победить? Ну, если будут стоять один на один, без какой-либо помощи, то... Ну, они просто друг друга не убьют. Но Лина с шестым уровнем имеет свойство убить Некрофоса. Ну, хотя и он имеет свойство. Короче, будут равны. А там уже все будет зависеть только от того, кто как подставится и кто как ошибется. На нижней. Пока что ничего не... Должно быть легко. Ох, как просел на Селдер Титан. Должен вы... Да, очень плотный персонаж. Хотя, может быть, если только захотела, то могла бы задавить. Там опасная... Да, хотя First Blood. К сожалению, то, что у нее не было второго уровня, у нее были только стрелы, не было два дополнительного урона. Хотя два урона это там так что-то напришало. Так. Там на нижней линии продолжается драка с Эндершоком. Эндершок получил неплохого персонажа для себя, а не на Дайнге, он играл три игры подряд. Как думаешь, а будет он вовремя давать? Буду надеяться. Слава богу, здесь нет ни Нигмы, ни... такого персонажа, который против которого важно быстро сбивать глобала мульт. Тот же Black Hole, либо еще что-то. Так, там на верхней линии. Ох, это будет... Да, это First Blood, его забирает Unravel. Мы пропустили, конечно, большинство, но просто, я думаю, Макс поставил как-то дровку, чтобы... Да не, просто его зажали там, скорее всего, под стомпом. Бывает тройничок только... Только среди мужчин. Ладно, и Виндрейнджер. Настреливала. Рисовывала стрелы. Да. Проседает очень мид... Он Севен, кстати, Бон Севен, он мог бы развернуться и убить, но тут на помощь Тини.
И Андершок погибает. Дальше пытается Бульба забрать этот килл себе, но я бы не советовала, хотя еще удар, и погибает. Оп. А этот? Будет ли Бон Севен погибать? Ох, ну если забежит под вард, это будет Г. Ну, к сожалению, не было дизлейтом. Дизлейтом... Зато есть танго, он отхиливается. Да. Спектра тоже. Две секунды, остается даже кучей. Нет, не надо. Пошел Эвеленж, плюс и... Талтуса нет, но есть дерево. Дерево не попадает. Бульба. Побежал мне в ту сторону, немного отхиливается фласочка, прожимает стики и выпивает. Уже приходится до Андершок, поэтому дальше продолжаться. Да, здесь уже не выгодно драться, потому что он очень сильно проседает Бонсеву, но у него не остается никакого хила. Стоит задуматься о том, о приобретении для себя там Healing Self. Вот как раз таки задумался и приобрел. Еще целых 6 манго. 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 Простите. Да. Ну, бывает. Так, я просто сдетился. Все-таки забирают Вивера. Опять-таки убийство достается Андершоку. Андершока... А, просто курсовый, скорее всего, дожог. На верхней линии уже вот Дрог Рейнджер под Бладбластом, второй уровень пассивки. Ой, кстати, вот под стан поставляться очень нежелательно. Здесь пошел Шейкл, отлично, можно убивать. Отличный Шейкл, и это минус для команды Манго Бэй. А флеш здесь ничем помочь, к сожалению, не может. Ну, в центре, как и прогнозировалось, борьба равная. Есть, конечно, двойной урон на линии, поэтому это даст и некий буст. Плюс она стоит под Дрог Рейнджер. Она, которая дает ей уже 7 урона. Да, это не прям чтобы супер много, но все равно чуть на больше. На данной стадии, знаете, добивать это самое то. Да. Так, ну пока что вновь Фэй проседает по здоровью. Флэш здесь всячески пытается перефокусировать взгляд оппонента на себя. Но Шекл работает и Камбезми забирает. Вторая смерть Дроу Рейнджер за 2 минуты. Это очень негативно, кажется. Фарме, да, это срочно помогать, потому что... Ну, вот что делать Кору в такой ситуации? Коллапс. Пытаться, либо просить помощи? Просто, скорее всего, не знаю, вообще... Ну, просто они действительно могут спокойно заходить за Т1 башню, и там не выйдет просто стоять за ней. Поэтому нужно как-то менять линии, либо еще что-то. Ну, линии уже вряд ли не поменяют. Скорее всего, просто сместиться в лес. Дроу Рейнджер нужно. Скорее всего, он этим сейчас будет заниматься. Пропускаю Громак, там уже свой левел получает на верхней линии. Андершок проседает по здоровью. Андершока нужно забирать. Очень больно. Да, Андершок погибает. Ну, кип в размен. Нужно забирать. Хорошо. Нужно сбить сворм. Быстрее. Не дать, нет. О, это, конечно, очень неприятно. Хорошо, сбил фласку. Еще один удар. Догорит да. Манго. Как там уже, даже если нажимал бы шикучи, то все равно... Нажимал бы шикучи, то это в любом случае только... Угубила бы ситуацию, и все равно погибал бы этот самый Вивер. Так, ну в целом, вот в центре Ина уже имеет 11 динаев. Это было все при помощи той самой баунти руны. Подлагал. Порт. И... Так, ну пока что дарят бою немного очков. Компенсация за вход в лес. Ну там стики хоть и были, но они вряд ли ему сильно помогли бы. Там у него не было здоровья, стики восстановили бы ему их до 125, если мне мои математические познания. Ну вот смотри опять сейчас, один огурмак, и что он сделает? Так, пока что подстан поставился. Ой-ой-ой, Камвезми, просто... Ух. Ух, дыщ. Да, и вот... И еще один для Unravel. Правильно. Тактика, да, линию тоже оставлять нельзя, но... Если Винфенджер в скором времени попадет это первый достойный артефакт, это так и суть. А тут у нас погибает Спектра. Ох, ну стики немного помогли, нужно да, сразу же... Да, еще не погибает. Ой, дерево летит, но 50 хп всего лишь... Дерево забрало. Так, Бонсен бежит под курсой в шкучах. Если придет сюда Виндрейнджер каким-то повершотом шальным, то было бы неплохо. А все равно он продолжает использовать шакучи под курсой. И как бы насколько... Хочет забрать Спектру. Спектру забрать важнее. Окей. А погибло. Ну, кстати, если бы он получил бы ультимейт, было бы все очень отлично для него. Но здесь Тинни, кстати, тоже мансит тот Виндрейнджер. Пытается от него скрыться.
Он... Оп! И тело. И, но все равно он сможет его забрать. Какой же плотный этот тени все-таки. Но курса была повешена. Скорее всего, тени догорит. Даже не скорее всего, 100%. Да, еще и, ну, конечно, свое дерево. Андершок. Не сейчас почувствовал. Сейчас Андершок погибнет. У Андершок уже сворм у Вира есть. Там даже без... Хотя, нет, Андершок телепортацию использовать решил, но это было очень даже опрометчивым решением. Камвизми проседает по здоровью, Камвизми погибает. Как только Миндрейнджер сместилась с верхней линии, сразу стало попроще. Отпустили Фея. Да, здесь флеш уже почти 6 уровень. Половину опыта ему не хватает. У Дравренджер тоже все, в принципе, более-менее неплохо на 4 уровне. Прокачанный Фростарус в двоечку, пассивная способность тоже в 2. Это тоже будет давать свои плоды. Пока что Вивер вот может пугать разве что вот так вот Спектру. При помощи того же Тини можно эту Спектру вновь убивать. Еще не самый прочный персонаж. Неплохо очень. Ой, ну все равно Дроуренджер не хватит. Спектра прожимает ультимейт и забирает этот пил себе. Маловажно. Да, и смещается на верхнюю линию, будут они ее подпушивать, заберут Т1 вышку, плюс там может здесь остаться, подфармить крипов, продолжать. Если честно, мне понравилось, Рейнджер. Да, но пока что в центре Сайлентер вновь отправится в таверну, как же много Лина урона настреливает, опять находит руну двойного урона. Эш, флэш. Опа, па. Попал. Какой повершот. Вот это Виндрейнджер. Она ее может и забрать. Но нет, подставляется под стан. Сверху коса немного не хватает. И килл достается Камвузми. Ой, там еще еще и второй. Сумел Тинью вернуться от стрелы. Ну вот Виндрейнджер, но Виндрейнджер продолжает за ним не бежать хочет вперед. Отпускать, знает, что нет героев, чтобы ему помочь. Ой, хорошо, закинул. Могу продолжать, в принципе, но нет. Умрет! Не хватает урона, но Тинни на самом деле мог просто развернуться, у него был левел эндштосс, можно было бы на развороте убивать Виндрейджера, поскольку у него не было Виндрана. Ну, испугался, возможно. Подумал, что если он откинет ее на крипов, то это как-то сможет ему помочь. Бонсевен проседает по здоровью, Бонсевен пытается убегать, но у него тоже не хватит выживаемости. Хотя у него есть танка! Танка прожал стики, так, хватит ли у него ХП? Нет, не хватает. Все-таки погиб. Какая боль. А не кажется ли тебе, что очень много смертей у нас на карте от главных персонажей? Да, достаточно много, уже счет 16-9 в пользу команды Берден. Все так активно играют, так спускаются по линии. Да. Ну, сейчас вот эти вот, это самые важные перетяжки, которые могут быть. Самое главное, вот просто убивать всех кор-персонажей. И вот мы видим, что уже Вивер с Линой находится на первых строчках по общей ценности. Только Виндрейнджер их догоняет. Но видишь, там только что фармил. Так, подцепили Виндрейнджер. Просто с Лагуны Блейда добивают ее. Лина уже 10 уровня. Да, и вот. А, обидно всегда такое отдавать. И реально команде противников. А тут погибает он. Так, подцепили его здесь. Непонятно, почему он туда вообще заходил. Делай его. О, кстати, Вивер будет играть впервые на моей памяти через Diffusal Blade, да. Неплохо показывал Плантимос на Вивере через Dragon Lance, ПТ, Квиллу и Молшторм. Там уже просто по накатанной тоже было неплохо. Курьер пролетает мимо. Кидает по нему дерево свое. Он, скорее всего, не хватало бы. Так, ну у Спектры пока что по фарму все прям такое... не очень хорошо. Слабень. Вот тени, вот видит Камызми. Тот же Вивер, который стал больше, чем Спектра, но он... Да, и пока что за ними погонят Камызми. Камызми, в случае чего, у него есть Томп. Ну, быстрее этого тени на 70 скорости перемещения. Там сверху драка. Расходятся по своим углам. Окси. Правильный выбор. Там кто зачастую не берет. Хотя в редких случаях. Очень редких. Только у себя в пабликах виделась такой выбор. Неплохо. Так, тут Лин можно было бы пытаться как-то подловить, но она уже далеко отходит отсюда. Вот Виндрейнджер, если бы у нее был бы шекл еще там уровня хотя бы второго-третьего, то было бы комфортнее убивать ту самую Лину.
было просто ее пустить оттуда. Бульба, бульба. Бульба будет очень не... минут 7. Теперь будет огромная... Давайте выходить. Вес. Ну, как бы абсолютно... Ну, находиться. Находиться либо... Команду делать какие-то выходы. Помогал. Так, пока что подцепили сайленсера, глобал пока не был использован. Сайленсер, вот он как раз таки нажимает, с косы убивает юнит, юнит 40 секунд в таверне, без байбека, не сможет помочь своей команде. Хорошо, зацепил Лину, но пока все нормально, уже прибежал вот сюда как раз таки Вивер, будет продолжение драки. Ну вот Вивер как раз таки заходит, заходит еще далеко. Ох, умирает виндрейнджер у нас от рук Гартера. А что дальше, что дальше? Формов уже нет, есть только ультимейт. Ой, нежелательно, конечно, бегать курсой, поскольку можно... Минус Элдер Титан. Постакать. Вот, видишь, только в таком случае сейчас... ...поможет подформить. Вот это то, о чем я... ...команду как-то, ну, дать ему хоть немного пространства. Но в то же время фармит и фей. Там даже не свой лес, или... Угу. Да, конечно, у него 4 смерти, немного нехорошо, но все равно он сумел вернуться в игру, у него практически 5 уровень, плюс очень много ловкости, дает своим союзникам уже 45 урона дополнительного, то есть на 10 уровне талант плюс 5 к атрибутам, вот уже и Драгонэнс подлетел, талант и вот уже 47 урона, потихоньку, помаленьку набирает. В принципе, оп, никогда лишним не будет, флеш. Он уже даже 8 уровня, это очень сильно, это достаточно. Да, здесь Виндрейнджер оффлейн, которая там в одиночку справляется с оппонентами. Даже она 8. Какой-то огрмак, который умирал под своей вышкой. Да, ох, тут не заметил луком везми. Ну это не страшно, но в это время Лина уже с повертрец и улом. Кстати, повертрец не самый такой... распространенный. Да, выбор на линии. Берут фейзы, но, ну, честно говоря, мне последние патчи фейсбус вообще не нравится. Даже на троллин, на джиггернаутах всегда покупаю пауэртрец и... Фея можно подцепить, Фея связывают с Шеклом. О, 4 персонажа с косы, прощаем на 49 секунд. Вообще, это ошибка сейчас, наверное, команды, потому что уставлены варды. Они немного подзабыли ауру. Заметь, в этой карте вот тут... У них не было никого, ни вижена, ничего, а Фэй пошел сюда вардить. То есть ему не сказала ни команда, что туда не иди, и что мы не берем сегодня руны богатства на той стороне. Ну, ни он сам до этого не... Команда Burden United более ответственно подошла. 15-е место. Пойдем. Там Фэй. Подарок, судьба. Здрасте. Пока что в центре пытается забрать эту вышку. Фортификация со стороны команды Burden United была использована. И не тоже внизу пытается хоть как-то подформить хоть на что-то. Очень мало у него золота. Вторая игра с Тинем неуспешная. Вполнение Мангабэй без Блиндаггера играет через Транквилы плюс урну. Не хватает ему возможности. Да, но он появится в минуте на 20-й. В этом случае это если так не будет. Нет, это даже, наверное, смертями. Я вряд ли его здесь заберут, но сейчас будет просто первый у нас в фарме собственного леса. Там вот спина под... Самое главное, чтобы у спикри все было, у нее есть повертрет, совсем скоро появится Bloodmail. Да, не факт, конечно, что Bloodmail поможет и в данной игровой ситуации, но все равно это хоть какое-то приобретение какого-то артефакта и будет давать ей необходимый урон, армор и немного маны. Вести интеллекта. Все правильно, даже не сомневайся. Пока что смог разбивать Мангабэй. Заметили, что с Вира что-то так резко спало. И, возможно, именно здесь находится команда оппонентов. Burden United пока не использует смок в ответ. На нижнюю линию пошел выход. Бульба пытается скрыть отсюда. Нужно использовать сюда свой релокейт. А, он сместился аж на Дров Рейнджер. Она его даже не тронула. Это верно. Ну, кстати, Дров Рейнджер. Ее здесь видно на варде. А, вард, кстати, или заорали, не суть важно.
Ак цепляет мой дров рейнджер, думает, что есть. Использует секретную, там как бы стоял вардик, под которым ее как бы видно, поэтому это уже шестая смерть по счету. Это шестая смерть дров рейнджер. В принципе... Очень неприятно, очень неприятно. Видим, как по нетворсу она смещается на пятую строчку. Да, но у дров рейнджер собственное какое-то свойство. Она... Самое главное, чтобы она дольше жила, а там уже не супер важно. Сколько смертей у нее, самое главное, чтобы она в ключевые моменты была вообще на карте, а не в таверне сидела. Урон лишний никогда не будет. Там на верхней линии. Могут найти спектру, спектра, телепортация. Ах, глобал был использован, в центре глобал был частично был использован ради того, чтобы убить угрымага, хотя, что этот глобал супер порешал бы его убийство, ведь... Можно было и без глобала устраиваться. Так, Бонсен побежал на Андершок. Андершок, ну, нужно сразу же использовать телепортацию. Не уйдет, не уйдет. Зря, кстати, даже... Собрал вард. Да, ну вот такое. Не знаю, почему не использовать сразу телепортацию, потом просто прийти поставить сюда вард и сломать вражеский опс. Ну, потому что Бонсен вряд ли был... В любом случае, помощь. Можно было бы попросить. Так, пока что подцепили Лину. Лина. Весь Лиурну. Хочет убегать, но Тини просто не дает возможности Виндрейнджер подбежать к своему союзнику. Да, просто на 473 мувспида просто убегает от своих оппонентов. Улетает, буквально улетает. Да. Ну вот пока что улетел только Тини в таверну при помощи косы от некрофаса 60 секунд. Сколько там у Тини? Когда там блинк? 300. Надо блинка. Очень-очень долго, но он за то время, когда фармил низ, он не смещался ни в лес пофармить, ничего. Постоял внизу, подфармил 1000 золота, а потом просто пошел бегать, искать кого-то. Ну, только что помог, например, своей линии. Да, ну, по крайней мере, он линии помог, вот, пошел, решил пойти вот тут пофармить. Ну, самое лучшее решение, конечно. Вот Дров Рейнджер уже с Шедоблейдом, 13 уровень. Дает уже 58 урона своим союзникам. Олина тут раскастовала ультимейт по Андершоку, Андершок отправился в таверну. Плохо. Так, вот спектра. Спектра 1000 золота. Сверху у нее есть после Бладмейла и ПТ Аквилы. Как только появится ультимейт, можно будет подраться. Не нужно команде Берн Юнайтед возвращать вот эти 4000 на свою сторону. Которые сейчас все находятся в команде Мангабей. И частично в линии Вивери. Ну, некрофос. Атос, Вейл, следующим артефактом хочет покупать Блиндагер. Ну, Атос хорошо, можно будет цеплять. Юл тоже был бы неплох. Да Юл мог бы себя сейвить от Дров Рейнджера, от ее Сайленса. Но Мастермайнд, возможно, что-то там знает и уверен в выборе своего предмета в лице Атоса. Так, Но, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Пока Огрмак находится в весьма агрессивной позиции под Бладластом. В принципе, 455 мулспида. Ему хватает, дабы его не нашли, не догнали, не нашли. Деревья. Очень приятно. Ой, столкнулся. Вот, драк как раз таки продолжается. Виндрейнджер... пока не использую. Пауэршот! Прожимает стики, Огрмаг, разворачивается, все перед... Есть в случае чего хаунд и есть спектрал дагер, поэтому можно было бы помочь. В то время опять погиб Андершок. Так, Андершок умеет, девятый ее смерть. Минус Сокер, минус Форма, минус Рейнджер, помогите. Но нет, отдали. Да. Хотя, ну, как бы... Мне кажется, Андершок просто батит на вот эти вот типы. Каждая его смерть, там, плюс 200 осколков. Ему нет. Даже 250. В принципе, это неплохой байт. Тактика. Да. На самом деле, только так и играл бы. Мангабей решает забрать Рошаном. Драться без Инджера. Оооо, сюда еще ультимейт. И просто должны разрывать здесь и Дров Рейнджер, и Тини. Кини погибает, и Дров Рейнджер также отправляется вслед за ним в таверну. Вот это врыв. Выкупается сразу Рейнджер. Хочет своей команде добрать Рошана.
Но без дровки и питаться здесь нечем. Вчера нет ни маны. Флэш немного перепутал, это не его команда, он заходит в рошпиц и сразу же получает связку и отправляется в таверну. Ну... Он просто думал, что он просто друзей искал, наверное. Он искал друзей в лице Спектры, Верки и Некро. Но, к сожалению, они не захотели с ним дружить. И убили. Почему? Только он, ты видел его? У него две головы, он жирный. Кто с таким захочет дружить? Особенно, когда он еще подходит на тебя станы кидает. Не очень дружелюбный, конечно. Но по золоту, в принципе, немного отыграла команда Burning United. По опыту тоже, кстати, уже порядка 3000 в пользу Манго Бэй, а было 7. Момент. Тини, 24-я минута, у него появится блиндагер. Наконец-то можно его принести для себя. Пользовать смог, да пойти куда-то подраться. Хотя уже тяжело. Ох, запрыгивает мастермайнд. А нет, то, у него косы. Вот мы увидели его в действии, прилетает пауэршот, мин. Да, там был глобал использован, глобал был... Асумбурный. Непонятно, кому он предназначался. Ну ладно, вижу, кстати, с блокинбаром. Следующим артефактом будет приобретать для себя Линкен сферу. Нужно оборонять свою жизнь. От Атоса и косы Некрофоса и Шекла Виндрейнджер. Это есть что оборонять. Так, вот Виндрейнджер тоже хочет покупать блокинбар. Вот, казалось бы, Виндрейнджер фармила неплохо в начале игры, но у нее там было все столько очень здорово. Убивала. Да. Ну а теперь мы смотрим, она находится чуть ниже спектры. Хотя, так сказать, чуть ниже спектры. Так, и спектра, которая пятая. Ну хотя вот Аегис у нее есть, поэтому первый раз можно и умереть. Так, приносит себе кларити. Больше не... А этот должен как-то использовать свое... Стать выше. Конечно, небольшая засада вот команда Манго Бэй была. Ну, страшно. Ну, Лина прям грозный герой. Там прям может убить его сейчас. Так там пятерых героев не было бы. Сразу. Не, ну тут не было. Так, спектра ультует по Тини. Тини нужно быстро забирать. Тини погибает. И еще из косы забирает Фивера. Отлично. Не успел использовать блокинбар. Ой, кстати, еще и сайленсера подцепила Лина. Вот тебе и убийство. Сайленсер минус. Не смог отправить свою смерть крипам лесным. О. Ой, подцепили. Еще и Гурмага. У Гурмага нужно забирать. Нет, косы, к сожалению, но это уже не так важно. Поскольку все равно Огр погибнет. Ты чё? Лаутон удар титана? Как это? Там... Огромная палка. Может, булава какая-то, но там нет. Похоже на булаву. Реально. Да. Оружие. Ну, я бы такой, конечно, палка, если получил бы, мне было бы бой. А что с микро? Панчевать. Так, кстати, вопрос интересный. Что такого случилось? Так, дроп рейнджер нужно дополучить 18 уровень. Было еще больше ловкости с ультимативной способности. Там уже и мантастайл, кстати, к ней будет подлетать совсем уже скоро. Уже вот один... А, даже просто время. Подайте периодически. Да. Опа! Вот он. Привезли звук. Я не знаю. Может быть такого. Так, Лина дерется с Эндершока, можно забирать. И Мастермайнд. Нет, пока что косы у него. Но все равно Тинни отправится в таверну. Погоня уже... А сзади подошла уже Дроу Рейнджер, которая сайленсом заткнула просто троих. И Лина решила вернуться. Видно ее, прожались даст. К сожалению, у спектра нет хаута, так бы влетело бы и просто разовало бы Лину вместе с Дров Рейнджер. Но хотят, возможно, продолжать драку команда Burning United, хотя уже и хорошие Вивер. Свармы подвои. Да, но сразу же пытаются разрушить, но Некрофос погибает в это время. Спектра сюда подбегает пешком, но отсюда нужно бежать. И
здесь ей ловить уже нечего. Ее все союзники отправились в таверну. Хотя можно забрать Лину. Лину нужно забирать. Буквально одного удара не хватает. Да, дает она последнюю тут пичку. Тут уже опасно. Ой-ой-ой, тут еще игромак. Сзади подходит Виндрейнджер. Виндрейнджер отправляется в таверну. Ах, Спектра погибает первый раз. И Аегис пропал именно в эту секунду. Вот какая судьба, смешная штука. Реально, рофл. Да, вот это вот прям секунда в секунду. Вот просто долетает последний удар, и Аегис пырыш. А мне кажется, у него сейчас там. А я еще думаю, подгорит. Что она решила так отдаться? Ну, как бы, уже он должен был закончиться, и ровно в эти секунды. Эх, да, Спектре немного не повезло. Умерла бы на секундочку раньше. Поэтому мне все равно ее такая участь ждала, что она погибала бы и второй, и третий, наверное, раз. Тяжело было что-либо сделать, тем более, когда она оставалась одна против троих, четверых. Если важно. Вивер 22 уровня. Совсем скоро 25-й с учетом его темпа набора опытом. Еще и книгу себе приобрел. Остался. Ну вот Нендершок он убил как раз. Ой, Нендершок. Вот сейчас книгу используют. Тут там уже и Ферни за горами. Есть у него Ultimate Orb. Кстати, подцепили его на Еву. Он Блэкенбар сразу же использовал. Эдлер Титан. Да почему ты сразу телепортацию не надо? Хотя Мастермайт уже рядом. Но Спектра взрывают. Просто вивер мгновение. Он без ВВК остается. Кстати, вот не до конца я понимаю вот этих вот мувов. Когда ты покупаешь себе какую-то часть на какой-то предмет. И ты даже с базы их забираешь. Ох, Спектра телепортируется на нижнюю линию. У Лины Блэкенбар в случае чего есть, поэтому ее будет забрать очень тяжело. Ну, также Огр, Мак и Тинни, вот их бы подцепить. А вот с Линой уже можно было бы как-то потом расправиться. Но у Лины есть двойной урон. И у Лины, посмотри на количество ее урона. Она просто будет стирать любого. Она огромнейшая женская катапульта, а не Лина. Она наваливает жесть. Да. Лина очень жестокая. Женщина горячая. Так, когда появится Хаунд? Хаунд появится через 70 секунд, к этому времени желательно дофармить свой Diffusion Blade, до которого остается буквально 100 монет. Вот с ним уже можно было бы подраться весьма неплохо. Некрофос 20 уровня, до Аганима ему остается там 900 монет. И талант зала все-таки плюс 80 скорости атаки. В принципе, верное решение. Тини заходит далеко вперед. Тини, есть ли какая-то помощь, дабы этого Тини фокусировать? Тинни не сумел использовать блиндагер, поэтому будет отправляться в таверну. Кьюб ошибается в этом игровом моменте, поэтому... До свидания. Да, такая вот участь его дождалась. Спектра. Спектра в центре. О, Трубрейнджер так стрелял весьма неплохо, но как только использует Бладмейл... Уже не так приятно наваливается. Трубрейнджер тоже... Уже 4. Да, еще бы Баттерфляй сюда дофармить. 25 уровень получить. Задержка 0 секунд. Ну там типа дефолтная ситуация, дефолтная задержка твича. Ой-ой-ой-ой, Лина забирает Спектру, еще и Сайленсер также отправляется в таверну. Нужно дальше давить, нужно ловить еще Алдер Титана. Накидывает Бладлаш, чтобы Лина быстрее бежала и все делала, не достала немного. А Юл будет ли? Юл пока что не достает по рейнджу, и сразу же отступает вся команда Burning United. Понимает, что Спектра пока что... Точнее, без Спектры драться вообще невозможно против, тем более, Лины, Дровренджера и Огромага. Но вот как только появится Спектра, ей нужно дофармить 20 уровень, и вот тогда уже она сможет полностью противостоять своим оппонентам. Оп, цепляю Дровренджера, Дровренджер есть, лучше чего. Фантастайл. Использовала, кстати, Фаса залетает, как же вовремя, и опять на 130 секунд оставляют отдыхать Дровренджера, господи, как же это много. За эти 130 секунд Спектра уже... Это можно чай сделать, это можно в туалет сходить игроку. К игроку. К игроку, конечно же. Такое тоже. Ох, так. Это самое неприятное, реально, в игре, как говорится, да, минута в жизни и минута в игре, это очень разные вещи. Конечно. Как 5 секунд Мираны. Да. Стрелаем. Вот ты хоть раз задумывалась, вот насколько долго проходит твоя минута в жизни? Нет. Вот. А в доте минута это... А в доте минута это очень много времени. Особенно, стоп. Знаешь, когда у тебя ни у кого нет байбеков, и вы оба, вы и всей командой хотя бы 60 секунд сидите в таверне, а у вас просто трон падает. Ты понимаешь, насколько ты
беспомощный в этой игровой ситуации. Сидишь такой и плачешь. И только, да, остается только плакать. Затаился флеш. Хватает денег на глиммеркейп, поэтому просто купил себе шедовый амулет и просто решил постоять. В принципе, решение мудрое. Так, здесь Витра на спектрал лаг. Подсадили. Оп, тут оп, как бы и иллюзия. Оп. И невидимый огры. Да. Такой подарочек. Это косплей на толстого Витра. Стоялся в невидимости и байтил на иллюзию Витра. Вот это молодец. Он целый. Он целом 23 уровня, нужно дождаться 25-го, бегать быстрее в разы. Мне кажется, сейчас вот обидно команде Burden United. Просто что... очень много времени сидят, стоят. Не, за то, что вот, как бы они тут ходят, что бегают, а Огрымак просто стоит АФК и дает информацию, где находится его оппонент. Как бы, он человек простой, взял себе амулет и как бы этим и амулетом... Стою. Да, и амулетом делает импакта больше, чем Рейнджер сидя в таверне. Так, Андершок, Андершок купил себе книжечку. Нужно было бы ее использовать. Или он решил трофей ее и носить. Или он будет копить. Понимает, что игра может затянуться до 60, не знаю, до 70-й минуты там. И у него будет там, например, 4 книги внутри. А потом как за раз нажмет на 25-м уровне. Ух, как его команда будет вести. Пайт смог тем временем, да. Команда Мант. Поиска. На скаунт, кстати, их посадили. Команда Бёрдон Юнайтед и сразу... Пытаются отойти, либо нет, хотят принять драку. Ой, подцепили Некрофоса. Некрофоса пытается быстро зафокусировать. Некрофос, хватит ли урона? Да, по нему хватает урона. Отправляется в таверну. Погибает уже Тини Огрымак. Погибает также и Лина. Нет, пока что крутится в Юлах. Не хватает возможности достать по Виверу. Вивер отступает, но при этом погибает Дров Рейнджер. Вивер телепортацию использует, и телепортация была успешной. Но при этом попадает, конечно, Рейнджер по нему повершотом, но этого не хватает. Раньше на секунду это было бы минус 5. Но пока минус 4, это уже неплохо. Можно посмотреть на итоги боя. Плюс 3000 золота для команды Burden United. Это так много, господи. Они одной дракой выиграли Дарашана, они ушли... Бух коров, они понимают, что в ближайшие, ну, 6 минут игра будет идти только по расписанию, тому, как они себе запланируют. А знаешь, почему так хорошо? Даже несмотря на то, что Некор погиб. Ульта кого? Элдер Титана! Вау! Викторина? Да! Ой, кстати, крадет Аегис Тини, господи ты боже мой, я пока на тебя посмотрел, аж не увидел Тини. Видишь, насколько я был погружен в твои поражен. Глаза. Поражен. Но Тини умер всего лишь первый раз. Вот он снова встает. Вот тогда. И не пытается его второй. Снова забрать. Молодец. Он только что обратно поменял все. Да. Ну, три грустно стало. На довольствуется не Егисом, а сыром. 22-й. Скоро 23-й уровень на спектре. Скоро ваш. В принципе, не может не радовать. У спектры самое главное, что есть гем. Гем? Гем. Новый артефакт. Это хекс и гем одновременно. Ты когда хочешь взять гем, ты его берешь и сразу в курочку превращаешь. И свин. Ну, короче, смотря твоего состояния. Там по ситуации. Так. Ивер. 25 уровень. Наконец-то мы дождались этого. О, подласты работают. Токером мне по одному страшно стало. Так, смока теперь разбивает команда Burden United. Есть ультимейт на спектре. Нет, правда, башера, но в принципе есть зато байбек, поэтому можно и погибнуть. По выкупам есть только у спектры, вивера и огрмага. Поэтому... Интересно, сейчас должна быть драка. Команда Манго Бэй немного хотят драться. Ну вот и... Ой, Дров Рейнджер. Не надо идти первый, Дров Рейнджер, никогда не иди первый. Так, Дров Рейнджер погибает, она без байбека, еще и подцепили Тини, Тини с косы забирают, у нас 93 секунды. Хорошо, будет ли какое-то продолжение этой драки, какого-то развития. Может по верхней линии пойти и забрать сторону. Либо же попытаться подцепить Вивера, Вивер использует блокинг-бар. Нет, пока что косы у Некрофоса, Некрофос дерется с Вивером просто на кулаках. Но не хватает что не тому урона, поэтому Вивер просто отступает. А здесь уже спектра побежала дальше за Линой. У спекты в случае чего есть сыр. Пауэршот, пауэршот, пауэр, мимо, мимо.
Там урона бы и не хватало, там 600 здоровья было у Лины, там пошел, ударил бы. Вообще ты там нормально, 550. Магического. А там еще резист есть. Ну, на 500 бы шваркнуло. О, у нее было 600. Пока что Лина пытается как-то обороняться в одиночку. Есть байбек у Огрмага, но появится через 10 секунд. А вот уже второй пошел. Второй спектрал драгер. Спектрал дагер пошел. Ой, как бы Лину здесь не подстанили. Рейнджер побежала, побежала драться. Вот если бы у Виндрейнджера был бы сейчас Блокенбар, можно было бы Лину зафокусировать и убить. Хотя там был Шедублейд. Трудно. Ладно, здесь пока что нет Лини, нет Дров Рейнджер. Есть один Вивер, но у которого в случае чего будет байбек. Самое главное. Но барак не вышел, это самое обидное. Не дают даже подойти ни к Панды Манго Бэй. Так, ну там как-то некоторые пытались подстанить, пытались его напугать. Некрофас таких парней не боится. Ну и все, на этом все заканчивается. Берн и Юнайтед отступают. Никакого продолжения не следует. То можно еще святыню забрать. Вот Виндрейнджер пошла с помощью огонима. Обожаю эту анимацию Виндрейнджера, когда она бегает у нее. Блядь. Она как сокол. Да. У нее, кстати, смотри, сокол на спине. Можно нашего. Феникс маль. Феникс на минималка. Это вообще голубь какой-то. Ну, впрочем, желтый. Не важно. Желтый голубь. Символ желтый мира. Голубь. Символ мира. В доте. Кайф. Оп, Элдер Титан. Ладно. Странные вещи происходили с Элдер Титаном. Лина, 23 уровень. Даже талант у Лины на 25 уровне не прям чтобы супер сильны. Ну вот есть, допустим, талант на вивере на 200 скорости перемещения от шикучей, передвижения от шикучей. Как бы есть Лина, у которой 6 секунд Dragon Slave или 175 дальности атаки. Ну такое. Я просто талант не качал бы и пошел бы и не играл бы на Лине, наверное. Так, пока что подцепили Тини. Тини, можно его забирать. Опять коса используется хорошо. И у Гермага также подцепили. Да, вот тут вот Вир побежал. И талант, смотри. Феррари. Даже Феррари медленнее. Так. Ну, не знаю. Вир пытается убегать отсюда. Сфера собьется. Ну, пока этот спектр дагер долетит, конечно. По своей базе. Так. Вот Некрофос бы 25-й. Дать талант на плюс 0.8 к эффекту его ауры. Тут Дров Рейнджер есть. Баттерфляй. Баттерфляй нет, но есть Блокенбар. БКБ тоже важный артефакт, особенно в такой игре. А вроде как никто не пытается кого-то пойти и убить. И нет байбека, но правда... 21 минута. Очень активно. Да. Очень динамично, ритмично. Крутая игра. Нравится. Вот Дров Рейнджер, скоро ли 25-й вот у нее. Ясно. Эх, вот теперь, конечно, забрал у нее книгу. Талант взял на 35 к опыту. Книгу ворует. На Дров Рейнджер. Плюс 2. Вот минус 50 перезарядки способности. Вот это то, что нужно для Дров Рейнджер именно в этой игре. Сильверэдж без кулдауна. Подожди. О, не бывает. Так вот. Старшок умеет удивлять. 14 раз удивил, а 15 решил не надо. Отлично. Элдер Титан, кстати, тоже решил покупать себе БКБ. Сейчас от Блокенбара будет многое зависеть. Самое главное не подставляться ни под каких лин, ни под линии. Пытаться навязывать свою драку, свою игру. Вот уже и Спектра с 25 уровнем взяла себе 6% от дисперсии. Плюс у нее есть Abyssal Blade. У Вивера могут быть большие проблемы. Пора драться. Пора. Там невидимости, здесь рядом теперь находится Лина. Не он тогда в кастел лучше был. Так, ультимейт в спектре пошел, но раз кастовывают, просто летает по всей карте. Он бегает за Дров Рейнджер. Дров Рейнджер нужно забирать. Abyssal Blade разбивает об голову.
Дров Рейнджер пыталась как-то что-то сделать, но ничего не получилось. Плюс еще и Гартер пробил по Бладмейлу эту Спектрус, много урона по нему взлетело. Минус Винд Рейнджер, кстати, даже не нажимала. Но там уже и погибает Вивер на 144 секунды. Дров Рейнджер бэйбэкнулась, но у нас остается одна на этой карте. Тут уже большие проблемки создаются у команды. Одна карта? Одна в своей команде. Ну там уже и Вивер байбекнулся. Вот два выкупа последовало от Манга Бэй. Три выкупа. Окей. Преимущество. Ну так прям, знаешь, самых низов наверх. На вершину. По опыту, что у нас там 10 тысяч опыта за командой Бёрден Юнайтед. Тем недавно было 10 тысяч за Манга Бэй. Так, Рошан появится через 1.5 минуты. В принципе, можно его дождаться и побежать к команде Бёрден Юнайтед, его быстро забрать и закончить игру, поскольку 3 байбека было использовано от команды Манга Бэй, плюс Лина, у которой на байбек еще не хватает 150 золота. Тоже может порешать в финальной драке. Хотя к тому времени она уже будет с выкупом. Страшно. И не прочекивает Рошана, Рошана нет. Только через минуту 20. Стоит дождаться коллективом его появления. Так, что у Вивера? У Вивера, кстати, по предметам, в принципе, все неплохо. Плюс Вивера будет покупать Хекс, насколько я понимаю. Вместо Аквилы смотрелся бы этот артефакт очень даже неплохо. Кажется, кончу. Да. Но пока ждут Рошана. Вот появляется вся команда. Теперь в полном ее количестве Манга Бэй. Есть Хаунд у Спектры. Поэтому вот ей бы еще какой-то артефакт приобрести, например, Баттерфляй. Увидели Огр Мага на Заливар. Из косы, прощай, Мастер Сорок. 140 секунд перелит. Кип никак не поможет. Ни подласт не поможет. Ну, 190 золота в минуту будут капать. Так. Вот Тини, да, вот казалось бы, он купил Spirit Vessel Dagger, у него были на 25-й минуте, чуть даже больше. На 26-й уровень. Да. А потом начал инвестировать в свою команду. Пока не успешно. Не туда. Пошла. Дров Рейнджер пока что при помощи своих иллюзий с мотостайла оттушивает линию. Хотя вот Тинни погибает, тут рук Бульба. Бульба до сих пор только похвалил, там. Только похвалил. Лафар? Да. Ну, думает, ну ладно. Свое еще на фарм. У него, кстати, по золоту, по общей ценности, у него 8... Сколько? 8316 золотых монет. Вот, самое время для Рошана, очень быстро падает. Да, Микрофас, Спектра, Рейнджер с ультимейтом. Рошан падает даже быстро. Вот еще и рефрешер карт для Спектры. Можно сейчас использовать Хаунд, запрыгнуть, потерять Егис, использовать рефрешер, использовать еще раз Хаунд, умереть и закончить игру. Смотри, команда Бёрден Юнайтед видела Лину. О, вот, прожимает Хаунд, все, знаю, что Лина здесь, ее нужно убивать, она должна прожимать БКБ и как-то драться, сбивается Линка, поднимает себя на Юла, пауэршотная, и это 144 секунды. А, байбек появился, вернее. Байбек появился. Это не важно, если она выкупится, ее убьют снова, а скорее всего ее убьют снова, потому что она не потеряла Егис. Она сейчас... ману восстановит, и вот что? И ничего? У нее еще хаунт есть, она использовала рефреш. И теперь, как только Лина нажимает байбек, полетит и убьет. Все. Не знаю, но пока что тяжело команде Манга Бэй. Кто будет им обороняться, поскольку у Спектра сейчас может просто... Вот хаунт пошел, и Спектра побежала. Это Хекс на Некрофосе. Опа, Огромак минус. Вновь на 115 секунд отправляется в таверну. Байбек от Лины. Бонсен пытался подраться, но использует таймлапс. Никого не забрал при этом. Но при этом на фонтане уже погибает. Погибает Дров Рейнджер. И Лина дерется. Взорвала просто
Виндрайджер не использовал лота. Так, Спектекс. Нужно помочь Спектре, но нет, подпадает под стан. Что дальше? Ой, ну Спектре... Опа! Закидывает обратно на фонтан! Здесь не выживает. Это была весьма специфическая драка. И, почему они были так далеко? Я же тебе минуту назад объяснил. Она, она рефрешится, летит обратно, отдает Аегис, умирает и отдает игру. Ну, игру еще, конечно, не дала, но... Но попытки к этому есть. Я же говорю, вот у меня своя стратегия, он со мной согласен полностью. Играть просто? Да. Так, правильно. Отдать Аегис, это окей. А жизнь отдать? Жизнь за Нерзула. Так, дорогой... Что там? MRNVR... Мне кажется, просто мистер Невермор. Мистер Невермор. Невермор Шедофин, это Шедофин в переводе. На другой канал. Нравится. Бам! А мы продолжаем. У меня просто в переводе иногда никнейм тоже был мистер Невермор. Ты мне пишешь? Да. Откуда? Голосовой в чат отправляю. Ну там ладно, там был не мистер Невермор, а просто Невермор. Кого ты? Первая дота в моем сердце. Вторая. Но не факт. Так, ну пока что вот немного так сбился темп игры. Все посидели пока что в таверне. Все передохнули. Все ждут наконец-то уже вот такой борьбы плотной. Вивер фармит Кекс. И вот продал Аквилл, купил Драгонлэнс. Потом продаст Драгонлэнс, купит Хекс. Сейчас самое опасное для Манго Бэй, это где-то подставить свой корперс. Например, Дроу Рейнджер. Если они ее отдадут, где-либо, если Фэй выйдет куда-то не туда, то Бёрден Юнайтед могут смело заходить по линии. А потом и Т3, а там и бараки, и переходить сразу на центральную линию. Ну пока что переходят к убийству Андершока. Андершок пытается глобал использовать, не использовать глобал, но вот после байбека его можно будет использовать. Сразу же телепортацию нажимает, сразу же ее отменяет, сразу же нажимает глобал, много чего ох, происходит. Посмотрите. Минус дров рейнджер, продолжается драка, запрыгивает спектра дальше, можно забирать также Огромага. Огромаг должен отправляться в таверну, его еще подстанили. Лина здесь на развороте пытается со спины как-то подрезать кого-либо, но ничего не получается. А Виви в свою очередь побежал дальше. А в общем произошло то, о чем я говорила. Смотри, дров рейнджер нет. И что делает команда Бёрден Юнайтед? Сейчас немного поохотится за Вивером и пойдет забирать Т2 и Т3. Спасибо. Бойлер в студию, так сказать. Это как приз. Призов нет. Эх. Так, ну Лина продолжает брать обороты на верхнюю линию. Оп, Лина в невидимости. Ой-ой-ой-ой-ой. Шок, это шок. Пока что живет на ускорении, убегает от своих оппонентов. В принципе... выживает. Здесь, а в это время уже нижняя линия подпушивается. Продолжается давка со стороны команды Бёрден Юнайтед. Продолжают они бежать вперед. Спектра ничего не боится. У нее, правда, маны немного остается. Но это... Все равно у нее нет ни хаута, ничего. Падает пока что нижняя сторона. Рейнджер при помощи Фаера сажает первый барак. Сразу же у нее просто фокусфайр, кулдаунится 5 секунд. Тут 6. Это нечестно. Да? Ой, как же вовремя она только что использовала Блэкенбар. По сути, нигилировал ультимейт от Лины. И сыр была. Нажала. Так, мастермайнд. У него есть в случае чего ультимативная способность. Поэтому нужно сейчас как-то зарезать вот это вот Тини. Но Дагон пошел в сторону. Даже непонятно в кого. Окей. Дарак продолжается. Мастермайнд. Использовался у него ND-диск. Застанили его... Станил Волгермаг. Фьюг погибает. Уже два байбека последовала команда Манго Бэй. Будет ли какое-то продолжение со стороны Бёрден Юнайтед, либо же отступать будут? Должны разворачиваться и дальше. Нет до сих пор Гроу Рейнджер. Нет Огромага, нет Тини. По-моему, это конец. Возможно, но ну, некуда есть... уже отступать. Там сейчас уже ничего такого не нафармишь, что могло бы помочь. Сбивается у Лины Инка. О, 170 секунд. Как же это много, все-таки да. Пишется ГГВП и команда
Бёрден Юнайтед побеждает в этом Best of 3 противостоянии. Чем мы их и поздравляем. ГГБ, это 2 бата.